общемировая какая-то тенденция приготовления пищи. Вот, это не благотворительность, это такой протест мирный, так скажем. То есть он показывает, что наше государство, наше правительство тратит деньги на войну, на оборону, на какие-то ненужные, как нам кажется, инициативы, типа там, не знаю, многомиллионные там проекты, Олимпиады сочинской, там, не знаю, какие-то присоединения к Крыму, там, ну, то есть много каких-то вещей, которые, ну, мы считаем, что это не нужно, когда у нас есть такие глобальные внутри общественные проблемы, как нищета, как бездомные дети, там, и так далее. То есть «Еда вместо бомб» — это акция, направленная, ну, показать какие-то проблемы. То есть мы готовим простую, доступную всем еду. Мы считаем, что еда — это право, не привилегия. То есть, ну, человек — существо, которое должен пить, дышать и кушать. Ну, так повелось, что этим занимаются, ну, в основном молодые люди. Вот, и они как бы, ну, приходят, кого-то заинтересовывают разные, короче, проблемы. И, ну да, заинтересовывает иногда благотворительность, но она как-то не прикалывает, короче, молодежь. Молодежи, блин, клево одеваться в клевые там кроссовки, да, там и так далее. Я не спорю, это может быть хорошо, там, хорошо одеваться, там, прилично выглядеть. Но как бы это все капиталистические нормы, навязанные кем-то, там, кому-то выгодные и так далее и тому подобное. Вот. То есть сейчас, когда тебе 16 лет, ты, ну, хочешь присунуться к кому-то, почувствовать чувство плеча, и чтобы это было, короче, модно, чтобы тебя считали там за кого-то там и так далее. Когда он приходит в еду вместо бомб, да, он не видит то, что там, ну, он видит просто людей, кому что-то не безразлично, они чем-то занимаются, да, но он не видит, ну, вообще, что его там начинает много кто котировать. То есть она сейчас такая на спад тенденция идет. Профита нет. Профита нет. По-молодежному говорить. Ну, каждое воскресенье, то есть стабильность какая-то. Нужно пропагандировать там, ну, ну, не то, что там вообще каждый должен этим заниматься, но просто это какие-то такие нормы, которые, ну, должны присущи быть обычному человеку. Ну, то есть, да, есть чуточка благотворительности в этом. То есть меня, да, это тоже привлекает помогать людям, потому что мы, блин, мы люди, и мы не должны забывать, главное, что мы люди там, да? Ну, мы видим людей, опустившихся, да? Но они люди. То есть человек может попасть в такую яму, в которой он не сможет выбраться без помощи, без руки, да? То есть, а моя тарелка с едой может ему быть таким каким-то жестом, который ему поможет там в дальнейшем, ну, задуматься, да? То есть мы живем в России, блин, и здесь бывают такие условия, когда ты можешь реально скатиться. Просто так, у тебя может сегодня быть все, а завтра вообще ничего. Это не выдумки, это действительно есть. Да, там есть разные люди, там есть, блин, есть мужички, с которыми я за руку здороваюсь, есть, с которыми я бы не стал бы здороваться, я просто даю им там тарелку еды, там, грязнули мы их, называем. Ну, это такая, как бы, ласково, да. То есть мы считаем, главное, что они люди. Без разницы, он потерял облик или не потерял, то есть он человек, и про него нельзя забывать. Это, оказывается, все на самом деле просто. Просто готовишь, приходишь и раздаешь. Вот единственный плюс был то, что до меня этим уже занимались, то есть люди приходили, знали, куда приходить. Вот. Мне оставалось только продолжать делать. Есть, как бы, да, тенденция такая, что вроде человек хочет чем-то заняться, и он, ему не хватает такого пинка под зад, что ли, чтобы он начал чем-то заниматься полезным. Вот. Конечно, можно было бы поспать полдня. Ну да, вообще, когда ты начинаешь это готовить, там, ты начинаешь для себя открывать новые там какие-то, целый мир новый открываешь, ты начинаешь узнавать типа там про политический устрой какой-то там, социальные проблемы там, и вообще в конце тебе просто по приколу вставать с утра и чем-то заниматься. Ты не спишь в воскресенье, как, не знаю, до обеда там встаешь, там кофе пьешь. Мы встаем с утречка, приходим там в определенное место, на какую-нибудь квартиру, ну, где-то достаем еду, то есть либо мы покупаем, либо нам кто-то ее дает, там, ну, море разных методов, как достать еду, и она как бы простая, самое главное. Мы раздаем вегетарианскую еду, все мы являемся вегетарианцами, еще, да, это важно, ну, потому что мы считаем, что мясо — это
Это убийство, короче. И если ты позволяешь себе есть мясо, короче, ты позволяешь себе внутреннюю войну, и ты, короче, это внутренний такой вопрос. Контингент это в основном студенты, на самом деле. Ну, есть там только что начинающие работать студенты, школьники есть и так далее. Вот. Они приходят, ну, реально вот из-за того, что им как-то больше интересна благотворительность. Вот. Они этим занимаются, им что-то это интересно. И здесь они понимают, что это, ну, в обществе, короче, не котируется. Ну, блин, что ты каких-то там бомжей кормишь, они же сами там скатились, пускай идут, работают и так далее. Ну, то есть, такое капиталистическое мышление о том, что надо там не думать ни о ком. Я для себя выяснил такую мысль, что, блин, а если ты, с тебя на это место, короче, всегда ставить в любом случае, если ты так будешь, ну, окажешься на этом месте и мимо тебя пройдут, ну, ты это простишь вообще? Я вот задаюсь всегда этим вопросом. Приходим и, короче, общаемся на какие-то темы, тусим, хорошо проводим время, вот, готовим, сами едим, если успеваем. Вот. Потом туда приходим, кормим, сами едим. Зимой вот весело. Зимой, да. Зимой холодно. Как ни странно, приходит много народу. В основном зимой мы готовим супы, а также мы раздаем чай, еще одежду. Ну, то есть много всякой одежды, ну, ненужной, там, когда ты поносил ее уже, там она тебе не нужна. Грубо говоря, она складывается, там, копится у тебя там в шкафах, потому что мы все приверженцы эти, как это называется-то? Не потребляем. Который, чувак-то, который складывал все эти вещи, ты... Крепил-то все. Как этот Плюшкин. Да, как Плюшкины все, короче. Просто мир Плюшкиных. Все копят. Поносили месяц там футболку, там покупают новые там барахольщики. Вот. Ну, а потом, ну вот мы это как бы собираем это, по людям. У нас есть, ну, много там друзей, которые нам просто передают эту одежду. Мы их передаем сюда, просто приносим. Им кому нужны штаны? Мне. Ну, забирают там. Или они сами нам говорят: ребят, есть ли куртка, мы там, ну, переходи на следующей неделе. Также на акции мы раздаем листовки проходящим людям. То есть, если кто-то проявляет интерес, то мы можем всегда ответить на вопросы. Ну, то есть, всякие люди бывают, там, проходят, просто берут, там, в соседнюю урну выкидывают. Некоторые есть интересующиеся. Есть люди, которые нам просто, нас увидели, там, кто-то денег там подкинет, кто-то еды, кто-то там, ну, кто-то присоединился так. Вот, к нашим там, кино. Обычно это все готовится в таком баке. Данный бак, это было когда-то масло кокосовое, рафинированное. Вот, оно просто, ну, чистое, отмытое. То есть туда готовится в кастрюлях, там жарится какая-то поджарка, там все это складывается сюда, перемешивается. И потом есть наши акции. Ты можешь всегда нас найти. Есть группа ВКонтакте «Еда вместо бомб». Ну, она будет скоро открыта. Можешь добавиться ко мне в друзья. Зовут меня Гоша Кряжев. И мы с тобой встретимся. И, короче, проявляй инициативу всегда.